Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Азге Гюрель, появившаяся перед публикой в образе Канан, которого она изобразила в сериале «Сипахи», транслируемом на Шоу ТВ, была замечена на вечеринке со своим мужем Серканом Чиеглу. В беседе с журналистами Азге Гюрель сказала: «Наша драма идет очень хорошо. Мы очень хорошо ладим с моим партнером Кааном Йылдырымом. Каан был партнером Серкана, а теперь и я». Актеры Серкан Чиеглу и Азге Гюрель, которые сидели за свадебным столом в последние месяцы, отразились в объективах на вечеринке, которую они посетили прошлой ночью. Азге Гюрель, которая сделала себе имя благодаря своей героине Джанан в сериале «Сипахи», ответила на вопросы прессы. Говоря о сериале «Сипахи», красивая актриса Гюрель сказала: «Наша драма идет очень хорошо. Мы очень хорошо ладим с моим партнером Кааном Йылдырымом. Каан был из Серкана и теперь является моим партнером». Сказав: «Мы войдем в Новый год более спокойно с нашими близкими», Азге Гюрель сказал: «Будут ли хорошие новости для ваших поклонников в 2023 году?» На вопрос ответил: «Детей нет. Работаем еще, работа есть». Отвечая на вопрос, будут ли хорошие новости в 2023 году, Азге Гюрель сказала: «Детей нет. У нас есть другая работа. На вопрос журналистов я решу, на вопрос, кто в доме хозяин», Чиеглу ответил: «Мы не делаем новостей. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Внимание! До свидания!»